Багаж. Вон он, мой гигантский чемодан. Всем привет. Так начинается мой влог. У меня синяки, потому что я не спала практически всю ночь. У меня началась моя болезнь. Мне мешала моя собака спать, потому что она храпела. Сейчас я еду на процедуру для кожи. Скинкер будет у меня. Поэтому без макияжа и спряталась за очки. Спит собачка. Маленькая. Тут мне сейчас делали маникюр. У них все салоны маникюрные так классно выглядят. Посмотрите, большие витражные окна. Сюда заходишь, куча примеров ногтей, которые можно сделать. И вот что мне сделали. Я обожаю, как они здесь делают маникюр. Очень круто. Сделали мне маникюр. Я очень счастлива. Спасибо. Чиран. Сперва я заехала на маникюр, и сейчас поедем в клинику. Здравствуйте, друзья мои. Я сейчас зашла в отель, переоделась и опять вышла. Иду на встречу со своей любимой подругой. Сейчас я собираюсь пойти в магазин. В Корее есть такие магазины, мультибрендовые косметики. Я хочу пойти туда и посмотреть что-нибудь себе. Кстати, вы видите, как блестит мое лицо? Это после процедуры. Я не наносила ни тон, ничего. Этот магазин находится прямо возле моего отеля, поэтому далеко мне идти не придется. Я сейчас в него зайду, мне надо будет кое-что купить. И потом я пойду на встречу с моей подругой. Вот, идем. Вот и этот магаз. Что нам выбрать из этого всего? Всем доброе утро, я только недавно проснулась, и сейчас я собираюсь на съемку. Вчера я достаточно мало сняла, все потому, что я вчера, перед тем, как вылетать в Корею, я заболела. И мне было плохо весь день, у меня была температура, и температура моя не падала весь день. Я старалась что-то снять, ну, это мой первый влог, я надеюсь, вы его отследите, но было немного неловко снимать. Но я стараюсь, извините, я так держу руку, потому что свет очень нехороший. Сегодня я решила надеть такую рубашку, я ее купила тоже в Корее, тут классная спина. И мне эта рубашка чем-то напоминает такой стиль Balenciaga. Вам еще показать свой туалетный столик, давайте назовем это так. Ребят, я купила эту штуку, когда я была в Китае. У них есть магазины Miniso, вот видите, красный значок. И это мисс для тела, который просто божественно пахнет. Это жидкость для линз. Это два средства для снятия макияжа с глаз. Это средства, которые мне помогают, чтобы очищать кожу. Этим я очищаю кожу от макияжа. Кстати, эту штуку я беру с собой в самолет, она помогает увлажнять кожу. Конечно же, антигриппин, чтобы не болеть. Кстати, мне надо сейчас будет выпить. Просто посмотрите на мою прикроватную тумбу. Я живу на 25 этаже и хотела показать вам свой вид. Мне нравится в Корее еще одна такая вещь, что они используют в своих зданиях крыши.
они на них садят деревья, кусты, там, ёлки, они делают террасы, и получается, человек может выйти и наслаждаться видом. В день перед отъездом я буду жить в другом отеле. Я вам тоже покажу вид. Всем привет, ребята, сейчас я нахожусь в студии, и мы снимали меня для интервью. Извините, что я сейчас смотрю сюда, потому что я подключила свой телефон и использую его как экран. Еще сейчас предстоит съемка фото и дополнительное видео. Прошло уже пару часов, но мы только сняли интервью, и это был лишь небольшой кусочек. Сейчас будем продолжать снимать. Сегодня я проснулась, мы поехали в салон, мне сделали укладку и макияж. Мне в первый раз в жизни так накрасили брови. Никак. Сегодня у меня такой день, когда свою прическу я сделала сама. Мне еще нравится, как делает моя камера. У меня хорошее очень настроение. Я себя сегодня чувствую вообще намного лучше. Правда, у меня немного заложены уши, но это ничего. Всем привет, заходим с вами в студию. Я вам сейчас покажу, что происходит. Это вся наша команда, мы здесь сегодня снимаем. Это моя кровать. Здесь я сплю. Меня снимает прекрасный человек. В общем, сейчас будет происходить фотосессия. Меня снимал фотограф, он шикарно меня пофоткал. У меня очень хорошее из-за этого настроение. Вот реально, что надо девочке для хорошего настроения? Просто, чтобы ее красиво сфоткали. Этого будет достаточно. Сейчас хожу по студии. Такая шикарная студия. Огромные окна в пол. Просто смотрю на вид. Мы сейчас находимся в таком районе. Он супер-мега уютный. Я чувствую себя уже намного лучше. Вот, посмотрите, как выглядит студия. Такие витражные окна. Привет всем. Достаточно такое большое пространство. Да, вот именно в этом месте у меня получились самые лучшие фотографии. Знаете, когда я сюда ехала и собирала вещи, погода была там 20-25 градусов. Да, я приехала сюда сейчас. Вчера была шикарная погода, солнце. А сегодня просто ветер и холод. Но знаете, что хуже? Что в моем городе сейчас идет снег. Я обожаю такие вещи, которые просто оверсайз. Посмотрите, вот здесь идет сетка отдельно так. И сама рубашка. Я уже нахожусь в своем номере. Пью самый вкусный на земле matcha green latte tea. Посмотрите, как сильно изменилось мое настроение. Повлияло то, что я увидела свои красивые фотографии и просто поднялось настроение, потому что увидеть себя красивого, это многого стоит. Наверное, сейчас умоюсь и лягу спать.